Так, самое доброе утро. Доброе утро начинается у меня с кофе. Вот с таких с выжимок. Я почему все это показываю? Сейчас я на солнышко отнесу. Потому что я делаю... Это, для меня это скраб. Это кофе, который у меня остался после того, как муж заварил кофе. Ну, вот, естественно, остатки. Остатки, как говорят, сладкие. Маришка меня сподвигла. Я сегодня посмотрела ее видео, где она делает маски. Такая красавица, такая умница. Счастливая. Сейчас я быстренько... Сейчас я быстро намажу лицо. Красота! Ой, даже в глаза попало. Ой, красота, пошла. Пошла мыть глазки. Сейчас. Полный рот на зубах. Надо пойти посмотреть в зеркало на себя. Что ж получилось? Бледнолицый брат. Не, на зубах вроде нормально. И вот такая вот я иногда намажу себя. Выхожу дома с такой. Что это было? Это была я. А пока она на лице лежит, можно еще немножечко это покорябать. Опять же, как надо не забыть, хорошо потом промыть нос, потому что в нос туда капушки эти заходят, голову чуть поднимешь, и там такие черные штучки. Потом трудно объяснять, что же это было. И откуда вообще это взялось. Красота. Короче, Маринка сподвигла меня сегодня опять. Это моя Мариночка из Италии. 75 питонессер. Я... Не было немножко времени, я чуть-чуть приболела. Я в нее это моталась-моталась. Тут по океанам ездила почти каждый день, чтобы прополоскать себе хорошо нос. Какие у меня брови получились армянские. Ух. Прямо. Дочь армянского народа. Полный рот. Полный рот. Итак, я сейчас... Вот это вот все я сейчас смою. Надо просто двумя ручками так хорошенечко брать и еще это вот дополнительно вот так вот подтирать шейку хорошо, лобы хорошо, носик хорошо. И после этого как бы остается как будто пленочка такая легкая, масляная, слабенькая такая масляная пленочка. Желательно ручки так делать и ножки, но сейчас этого делать не буду. А если буду показывать, конечно, не буду. Это же будет ни к чему. Пойду уже пугать. Бедный он у меня вообще. Еще одна маска у меня есть. Сейчас я покажу. Выплюну изо рта эти кофейные. Кружки. И покажу, вот еще у меня маска есть. Я когда ее делала, она ложится таким белым, таким пленкой белой. Потом она высыхает, и пленку просто снимаешь, как вторую кожу. Я показываю крем, это мне дочка повыселяла, это все крем Baobab. Не спрашивайте меня, не знаю, где это покупать, это... Вопрос не ко мне и вообще. Она мне прислала это, я пользуюсь, потому что она мне прислала. Хороший кремчик, такой очень приятный. И вот я этим кремом мажу днем и вечером. В смысле, утром и вечером. А вот это я вся в кофе. А уже когда я выхожу на улицу, я наношу толстый слой вот этого крема на лицо, на шею, на ноги и на руки. Вот эту штучку хотела показать. Я знаю, что многие пользуются, но многие не знают. Это для того, чтобы чистить язык. Утром, перед тем, как чистить зубы, я чищу язык. Вот прямо аж оттуда, из самой глубины, так хорошо вычищает. И вообще, если просто чистить зубы, не чистя язык, это, ну, можно сказать, что ну, напрасная работа. Все-таки язык надо чистить, и я могу сказать, что это действительно очень приятное ощущение, когда почищен язык. Ну, естественно, когда почищены зубы тоже. Насмотрелась Маринки сегодня, и опять захотелось мне покрасить ресницы краской, которую я уже лет 20 не красила. Захотелось мне маникюр сделать, ну, в смысле, не маникюр, покрасить ногти, которые я уже лет 30, наверное, не красила. Потому что лениво, мне очень лень, да и ногти короткие. Она прям заряжалочка. Когда я смотрела ее видео, как она убиралась в квартире, я как заведенная, как электровеник, как подскочила и давай повымывала вообще то, что куда раньше вообще не ступала нога человека. Мариночка, спасибо громадное. Карлос вообще сказочный в этом видео, где он готовит.
Где вот они, где вы вдвоем на кухне, вообще супер. Все, люблю, целую. Всех люблю, целую, будьте здоровы.